Всем добрый день! Сегодня продолжаем красить яйца. Вчера мы красили яйца при помощи чая каркаде и специй куркума. Но вот стало жалко мне выливать весь вот этот раствор, и я, девочки, в этом растворе покрасила ткань. Покрасила кусочки льна, которые потом мне пригодятся для рукоделия. Канал у нас не только по готовке, но и по рукоделию, так что я думаю, это будет, ну если не многим, то некоторым интересно. Покажу, значит, как я покрасила лен. Ну и еще, значит, в эту смесь каркаде, куркума я добавила чай в пакетиках, 4 штучки. Добавила, были у меня перегородки. Короче, все пошло в дело. Все пошло в дело. Добавила туда перегородки с ореха. И вот цвет такой получился, знаете, коричневый. Так что продолжаем сейчас красить яйца, а потом еще и кусочек тканюшечки льняной тоже покрашу и покажу вам. Короче, красим все и красим всем, вот так бы я сказала. И кастрюлю так покрасила, что не знаю, как буду ее отмывать. Вот такая у меня смесь. И каркаде, и перегородки, и чай в пакетиках. Хочу, чтобы яйца были разного цвета. Пару яиц просто положу в раствор, а другие яйца поэкспериментирую. Беру капрон, нарезаю кусочки шелухи с чеснока и располагаю яичко и завязываю. Это яйцо должно быть мраморное. Кусочки делаем небольшие, чтобы пятна были маленькие. Яйца помыла с содой. А второе яйцо не будем завязывать. Посмотрим, будет держаться или нет. А несколько яиц обкладу вот так тысячелистником. Но если у вас есть укроп, петрушка, все пойдет в дело. И также сверху капрон. А одно яйцо завернем в кружево. Итак, яйца у меня комнатной температуры, раствор тоже комнатной температуры. Погружаем яйца в раствор и с момента закипания будем варить минут 10. Яйца сварились. Долго варить не стоит. Во-первых, яйца будут твердые, желток будет как резина. То есть белок будет как резина, а желток будет темный. А во-вторых, вот под листиками может прокраситься, не будет эффекта. Вытаскиваем, остужаем и потом будем уже доставать с капрона. Пока яйца будут остывать, раствор я процедила, кастрюльку слегка помыла, чтобы не было сгустков. Лен намочила, вот такой у меня бледно-розовый лоскуточек. И отправляю. С момента закипания минут 15, можно больше, можно меньше, чтобы поварилось, смотря какой оттенок вы хотите получить в итоге. Так что получается 2 видео в одном у меня. Покипело совсем немножко, прям вот 3 минутки. И смотрите, какой приличный цвет. Пожалуй, я этот кусочек вытащу, а еще 2 положу. И вот эти вот тоже вытащу в разное время. Сама не знаю, может быть, этот через 5 минут, этот через 10. Может быть, один через 10, другой через 15. Посмотрим. Все-таки уже раствор краску отдал, красящий пигмент. Посмотрим. Но хочу, чтобы разные цвета были. Пригодится.
Это яйцо варилось в шелухе чесночной. Надо помыть, чтобы шелуха отлипла. И вот такое мраморное яичко получается. Ну и потом натрем маслом растительным. Вот такие красивые яйца у нас получились. Ну, конечно, здесь один цвет. Если положить сюда еще яйца, которые вчера мы варили в каркаде, в куркуме, это тоже каркаде, только долго настаивалось. И сейчас покажу вам, какая у меня получилась конюшечка крашеная. Значит, это красилось в куркуме. Это с добавлением чая каркаде. А вот это все красилось. Вот это все. И плюс створки ореховые и черный чай. Просто красилось разное количество времени. И смотрите, сколько у меня оттенков получилось. Так что картина моя, пейзаж в лоскутной технике, я думаю, будет очень интересная. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.